Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас суббота, 11 мая 2024 года. Печальные новости. Умер легендарный служебный пес государственной полиции Латвии Дарвин. 7 мая коллега и четвероногий друг кинолога Гинта Вушканса Дарвин, с честью и успехом служивший государственной полиции 9 лет, отправился на иные охотничьи просторы, сообщается в соцсети X. Дарвину было 9 лет, и он умер от тяжелой болезни. В феврале 2022 года служебная собака Дарвин обнаружила тайник с 6600 нелегальными сигаретами на частной территории Елгаве. В декабре 2021 года Дарвин поймал школьницу под воздействием наркотических веществ в школе в Добеле. В свою очередь, в 2019 году во время рейда в Екапилсе при осмотре территории рынка служебная собака Дарвин обнаружила в специально оборудованном тайнике 42 литра нелегального алкоголя, которым были наполнены бутылки разного объема. Спасибо, Дарвин, за отличную службу. Пусть тебя встречают широкие поля для игры и горы вкусных угощений, где бы ты ни находился, написала государственная полиция. Вот такие вот новости, друзья. Да, собачки тоже друзья человека. Собака – друг человека. Повторяю, умер легендарный служебный пес госполиции Дарвин. Поставьте лайк под видео, друзья. Подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий, поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До следующих видео новостей и вообще наших видео. До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. Вот такие вот печальные новости. Собачка служила полиции. Ну, собачки вообще, я говорю, друзья, собаки очень умные. И еще зависит от породы, конечно же. Где они только не служат. Они и военным служат, и вот полиции служат, и так далее, и так далее. И таможни, и так далее, друзья. Спасибо. До следующих видео, друзья. До свидания.